В зале Дома культуры хутора «Утаж» свежий ремонт. Здание построили в конце 50-х годов прошлого столетия. Сама коробка и фундамент крепкие, но полы сгнили. В 90-х годах помещение оказалось фактически заброшенным. Местные жители решили, что им вполне по силам привести его в порядок. Бросили клич среди местной молодежи. В прошлом году начали выносить скопившийся хлам, досыпать песок в фундамент. Население «Утаж» около 1000 человек. Из них около 50 студенты и школьники. Они помогают пожилым людям по хозяйству, участвуют в субботниках, следят за памятниками. Если они все свободны, то только скажи, у нас такая молодежь активная, их всех свистнешь, они уже все здесь будут. Такие быстро собираются ребята. Они ответственные, быстро идут на контакт, поэтому они откликаются на... Завершить ремонт в Доме культуры помог городской депутат Евгений Енишогло. Оксана Штейнбрехер возглавляет территориальное общественное самоуправление. Не так давно обратилась в муниципалитет с просьбой оборудовать фельдшерский пункт. Здание отремонтировали, теперь на хуторе есть свой медик. В этом году местный ТОС занял второе место на муниципальном конкурсе. Для нас это хорошее достижение, что мы процветаем, что у нас идет жизнь впереди, все это для наших детей, для наших пожилых людей, что мы можем еще больше сделать, чем мы сделали. Награду вручат на главной сцене в День города. К ней полагаются деньги, которые можно будет направить на дальнейшее благоустройство. Здесь хотят оградить детскую площадку, поставить новые тренажеры, но главное – никогда не останавливаться на достигнутом.